Последнее сообщение с коммерческого борта «Настрома». Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа — Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас — погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе? Рипли? Встали пораньше, Сэмюэлс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работал на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу.
Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро, и оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Нострома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Можно взглянуть? Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760, вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Нострома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Похоже, со связью там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Так,
Эй, есть тут кто? Вверх. Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать, потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Дай-ка я. Тут надо умеючить. Лаской. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Следующая остановка. Грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три.
Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь беречь все, что плохо лежит? Уберите руки! Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Самописец. Что? Что? Нет! Да чтоб тебя! Thank you.
Прибор слежения. Похоже, самодельный. Пропусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, Господи! Сэмюэльс, вы живы? Это Рипли! Рипли, Тейлор, это Рипли! Мы уже думали, что вы... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни. Какая-то тварь. Инопланетный организм, он смертельно опасен, так что вам надо... Немедленно! Тейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем... уйти. Нужны медикаменты. Ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан. Я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру андроидов. Рипли. Там Рипли. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло. Доктор Кульман. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да, я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Линга. Сначала загляни в кабинет к Морли. Чтоб тебя, Кульман, ты знал, что там эта тварь! Клевета, я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 1702. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Все, сейчас вещи соберу и пойдем.
Говорит Лингард, старший офицер медицинской службы станции Севастополь. Я хочу... Я официально заявляю, что компания Сиксон оказывала на меня давление в ситуации с пациенткой. Рэнсом, старший представитель Сиксон. Он сделал ряд угроз в отношении моей карьеры и сертификации, но дело не в этом. Господи, помоги. Я не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно оставил что-то после себя. Мне очень жаль. Я даже и подумать не могла, что такое случится. Четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли из-за сильных помех. Эй! Вы кто такая? Рипли, Сторенсен. Опусти пушку. Какого черта тут происходит, сэр? Где служба безопасности? Вся перед вами. Я видела существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть, корабль, который доставил вам самописи? Скажите, на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо. Андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли. Тейлор, нужна помощь. В госпиталь нельзя. Вопрос, куда можно? В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Может, здесь мы будем в безопасности? Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмуэльс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анесидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразумить? Поговорите с ним? Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострому летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все.
Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Давайте не спешить. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь показать? Извини, Хайс, я микроскоп не схватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались, у нас важная задача. Смотрите в оба. Есть? Что, собственно, ты хочешь здесь найти? Большой куш. Легче на поворотах. Не повредите тут ничего. С ума сойти. Сколько времени это тут лежит? А там что? Кубка? Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что? Разбудить боишься? Извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Марло, это что-то живое. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не опередили. Они Сидора не увезет такую здоровенную хреновину. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Ты не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом самописце. На Стромо. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял, черт. Если тут уже кто-то был, почему находка не зарегистрирована? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. В чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. А местечко-то зачетное. Давай, встегивайся.
Скажи мне все. Где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Да. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Как со тварью. Он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмюэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид. Ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача – убить тварь. Начинаю блокировку. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Минуту. Рикардо, путь открыт. Черт, нет! В чем проблема? Открывай! О, Господи! Прости меня, я сейчас! Рикардо, ну что? Сейчас, минуту! Нет у меня минуты! Я дошла. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции, но для этого нужно восстановить питание. Есть! Был скачок напряжения. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Подтверждена утечка опасных материалов. Thank you.
восстановление гравитации. Пожалуйста, пройдите к ближайшему идолу и следуйте дальнейших указаний. И отправил в космос! У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми? Я должен был убрать ее со станции любой ценой! Ну да, ценой моей жизни! Поймал на живца! Так поймал же, Рипли, поймал! План сработал! Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает! Да... Только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Процедура отделения от станции завершена. Рипли! Спасибо за ожидание. Рипли, это Рикардо. Ты выбралась? Сволочь твой, Уэйтс. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Рипли, они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо. Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Слышу. Андроидов. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов, на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Рипли, в лабораториях андроидов сработала сигнализация. Лифты заблокированы. У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ютани. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Как хорошо, что вы живы. Есть загвоздка. Выйти на систему
безопасности Аполлон может только андроид Сиксон. Послушайте, чтобы связаться с Аполлом, мне придется пойти на крайние меры. Я воспользуюсь камерой реформатирования. Другого пути нет. Я отключил кое-где питание, чтобы хватило мощности. Это слишком опасно. Да, я тоже думаю, что чересчур. Ну, поехали. Сэмюэлс, не надо! Внимание! Идет соединение с Аполлом. Аполло, чужеродное существо устранено. На станции его больше нет. Людям ничто не угрожает. Требую отменить карантин. Неавторизованное соединение. Рипли, Аполло не принимает меня. Похоже, у нас проблемы. Сэмюэлс! Аполло не дает мне подключиться! Нет, Аманда! Вы должны отключить все системы вручную! Скорее! Господи, я попробую! Стойте! Отключайте по порядку, иначе произойдет критическая ошибка! Минуту, я посмотрю схему! Сначала красный кабель! Так, сначала красный! Человеческому персоналу покинуть помещение. Это не учебная тревога. 25% мощности. 50% мощности. Уровень энергии выше допустимых параметров. 75% мощности. Человеческому персоналу покинуть помещение. Это не учебная тревога. 100%. Красный есть! Следующий синий! Вы его видите? Что теперь? Не могу открыть схему. Аполло пытается мне помешать. Следующий, скорее! Что? Рипли, что происходит? Тут включилось аварийное освещение. Я теперь цвета не разберу. Говорите мне, где какой камень. Следующий торчит из розетки в стене. Рядом перевернутая каталка. Осталось еще два. Ищите снятую панель пола. Рядом должен быть выключенный андроид. Есть, нашла! И еще. Теперь последний, Рипли. Включай. Значит, Марлоу. Да. Я Тейлор, представитель Вейланд Юдани. И, видимо, шишка покрупнее, чем та девица, которую мама ищет. Рипли, не трогайте. Она просто хочет успокоить сердце. Я же защищаю интересы компании. А я хочу выйти из гребаной камеры. Может, договоримся? Может. Вы, надеюсь, в курсе, что наш разговор пишут? Ну да. Вон красный огонек. Мне нужны координаты планетоида, на котором вы нашли инопланетный корабль, и вся имеющаяся у вас информация о существе. Я готов дать тебе все это и вывести тебя со станции. Только выпусти меня. Пожалуй, меня устроит ваши условия. В чем дело? Эйлор! Эйлор, открой камеру! Немедленно! Выпусти меня!
Рипли? Я слышала. Центральный компьютер Аполло находится этажом ниже. Там расположены системы поддержки Аполло. Ядро искусственного интеллекта в самом центре. Аполло не позволил Сэмуэльсу снять карантин удаленно. Но если проберешься внутрь, может, сумеешь до него достучаться. Оружие не допускает. Вы что, серьезно? Пожалуйста, положите оружие на лес. Благодарим вас за понимание. Ну-ну. Рикардо, путь закрыт. Там должна быть схема. От рекламных туров осталось. Посмотри, нет ли другого входа. Так. Я нашла кабель, который ведет к ядру Аполло. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество. Вдох-выдох и полезла. Спокойно. Если застрянешь, я тебя вытаскивать не буду. Да, будет непросто. Удачи. Рипли, чем ближе ты к Аполло, тем слабее радиосигнал. Скоро связь пропадет. Здорово. Ну, держи за меня кулаки. Ладно, только ты осторожней, там внизу может быть много андроидов. Сэмюэльс пожертвовал собой, чтоб я сюда добралась. Я должна попытаться. Для андроида он был неплохим дядькой. Это точно. Через 2 дня после нашего вылета? Серьезно? Сволочи! Существа на станции нет! Действует по протоколам Вейланд-Ютани. Что-что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд-Ютани. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сошка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробую спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Thank you.
Господи. Господи. Рикардо, они все здесь. Кто? Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт! Уходи оттуда! Скорее! Надо подвести электричество отсюда к платформе. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить. Просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись. Подачи энергии. На станции еще остались твари. Черт. Прости, Рикардо. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Погоди-ка, Рипли, тут что-то странное. Да? Беги в госпиталь, скорее! После того, что ты сделала с реактором, все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче, это наш шанс. Беги быстро. Времени у нас мало. Я спускаюсь с Сиксом Телеком. Рикардо, я в госпитале. Ты добрался до центра связи? Да, но слишком поздно. Аполло успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану «Б». Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Ну, когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Иди к шлюзу госпиталя, там челноки. Далеко на таких не улетишь, но до корабля дотянешь. Ясно. Я тут вижу, что один челнок уже вылетел. Его взял Марло. Уэйтс хорошо тут поработал. Координаты я уже ввел, так что просто жми. А как же ты?
карту, слышишь? Слышу, но еле-еле. Ты от меня уже далеко. Скоро сигнал совсем пропадет. Рикардо, если ты слышишь, я включила основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь, и свет будет. Марлоу нигде нет. Привет, Рипли. Добро пожаловать на борт. Марлоу? Где ты, Марлоу? Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго, надо было тут кое-что сделать. Команду ко мне не желаешь? А то вакансий много. Рипли, Марлоу обманул меня. Обещал дать информацию о существе, чтобы я сообщила компании. А сам... Тейлор? Тейлор! Марлоу, что ты делаешь? То, на что у других смелости не хватает. Приходи ко мне, Рипли. У меня есть кое-что. Добавлено. Личное сообщение. Это для моей дочки. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Корабль... Произошла нелепая случайность, и к нам... На борт проникло очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле очень далеко от дома. Мы взорвали Настрома, потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. О, Господи. Все следы этой инопланетной твари. Другого выхода нет, Рикли.
Нельзя позволить ей выжить. И гребаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Послушайте, ну давайте без этого. Нет, Марлоу, не надо. Марлоу, подожди. Ты слышала свою мать? Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? На станции еще есть живые люди. Марлоу! Фостер среди них нет, она погибла. Я убил свою любимую женщину. Господи, слишком поздно. Он запустил процесс. Все пропало. Тейлор, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите вон к той консоли. Перегрузка реактора. Вы должны открыть системы реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. A, U, X. Я нашла! Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль.
Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Рипли. Ты цел? Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Я их нашла. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Сервозамок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт! Ничего, Рипли. После передатчиков есть панель управления. Слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли, что там у вас происходит? Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет времени объяснять. Я прошу вас. Нам некуда причалить, Рипли. Станция уходит с гравитационного якоря. Я видел буксирную платформу под космопортом. Но трос на Торренсе на такое не рассчитан. Поверните зажимы буксирной платформы в сторону станции. Сейчас. Подходите. Рикардо? Господи. Рикардо. О, нет. Так, Рик, сейчас мы будем готовиться к автоматической стыковке. Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения и не займем позицию для стыковки. Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Рипли, скорее, времени нет! Станция разваливается на глазах! Верлен! Слышите? Вы достаточно близко для радиоконтакта. Слава богу, Рипли, я вас слышу. Вы должны включить гидравлический привод. Готовы. Теперь идите к пульту управления.
Верлен, троса нет! Его давно уже убрали! Что? Погодите, я попробую использовать платформу техобслуживания. Надо только найти скафандр, я доберусь! Осторожно, Рипли! Скорее, станция падает! Да,
сейчас! Сейчас! Вижу.
Nostromo.